Авария произошла около 18 часов. Судя по кадрам очевидцев, белая иномарка пыталась проскочить кольцо, не уступив дорогу грузовику. Столкновение избежать не удалось, удар пришелся в бок машины нарушителя. На месте работали пожарная и полиция. Из-за ДТП на выезде из республиканской столицы образовалась пробка. Пропуск транспорта сотрудникам ГИБДД пришлось осуществлять в ручном режиме.